Эффектное название Ice Legend Cup, солидные спонсоры и сотни горящих сердец, влюбленных в хоккей. Так вкратце выглядит рецепт создания детской открытой хоккейной лиги. Дети, которые не участвуют в турнирах высоких, будем так говорить, Кубка Москвы, чемпионата и первенства Московской области, которые проводят, чтобы они могли регулярно играть, мы проводим вот такие мероприятия. Здесь не будет турнирных таблиц в привычном смысле. Регламент соревнований устроен таким образом, что для того, чтобы принять в нем участие, нужно только желание. Ну и, конечно, хоккей нужно тоже любить. Уникальность концепции заключается в том, что команда, любая абсолютно желающая, может заявиться на любом этапе. И, в принципе, сыграв 2-3 уикенда, да, то есть 2-3 выходных турнира первым местом, они могут автоматически пройти в финальный этап. Соревнования носят статус открытых, но все же географические организаторы ориентируются на ближайших соседей с юга Москвы, из Подольска, Лыткарина и Ступина. Несмотря на то, что турнир только стартовал, в нем уже довольно солидное количество участников. Например, только сегодня на лед выйдет 10 команд. К середине сезона организаторы надеются, что их будет около 20. Возможно, приедут и зарубежные гости. В прошлом году, когда проводился тестовый пробный турнир, в гости к россиянам приезжала команда из Японии. Может быть, соревнования эти и любительские, но болельщики, судя по всему, настоящие профессионалы. Впрочем, и многие юные участники считают, что соревнования проходят на вполне достойном уровне. Я бы не назвала это полулюбительскими, это именно уже углубленное состязание. Любительские – это скорее, когда просто друзья там собираются и играют, это вот так вот. А здесь уже все по-серьезному? Здесь, да, по-серьезному. Здесь у нас кубок будет, медали и, в общем, вознаграждение. Сейчас проводятся отборочные игры. Их цель – определить уровень игры каждой команды. В соответствии с мастерством коллективы будут разделены на различные дивизионы. С сентября месяца у нас стартует регулярный чемпионат, будем его так называть, который будет длиться весь сезон. Естественно, мы там будем награждать лучших, регулярно будем отбирать лучших игроков, чтобы поощрять. То есть все это направлено именно на популяризацию детского хоккея. Самое главное, эти соревнования дадут возможность многим мальчишкам и девчонкам почувствовать себя настоящими чемпионами, ощутить вкус победы. А это дорогого стоит. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.